Встреча к столетию образования СССР прошла в круглом зале горисполкома. В нее собрались представители трех поколений. Студенты, которые только вступают во взрослую жизнь, постигают азы будущей профессии, люди, которые уже трудятся и нашли свое призвание, а также те, кто прекратил свою деятельность, но еще полны энергии и сил, чтобы делиться жизненным опытом с окружающими. Мы должны сохранять то, что было заложено в те годы, особенно если говорить, это были сильные моральные устои, все ценности, которые общечеловеческие, которые заложены были в те годы и сейчас передаются по наследству нашим поколениям. Это является нашей особенностью, это наши, так сказать, устои, которые мы не можем изменить и никогда они не изменятся, я надеюсь. И в этом наше отличие от всех остальных стран. Молодым ребятам очень важно знать историю нашей страны, потому что мы старшее поколение родились в СССР, жили в СССР. И это было хорошее время. Мы в то время были молоды, нам это было интересно, мы все праздники отмечали. Люди, чья молодость прошла в Советском Союзе, кто знает эту страну не понаслышке, сами родились, в ней растили детей, работали, им достигали определенных жизненных успехов. А сейчас своим опытом они могут уверенно делиться с молодежью. Именно такая тесная связь и общение поколений важна, ведь на примере старших тружеников и активистов молодежь делает выводы и, ставя перед собой определенные задачи, будет использовать опыт людей, которые многого в жизни достигли. Мы пришли обсуждать и нашу общую историю недавнего нашего прошлого, узнать, каково это было, как это происходило вообще. Как повторить те успехи, те заслуги, которые были у Советского Союза. В столетний юбилей пришедшие на мероприятие не стали обсуждать ошибки в истории Советского Союза, заблуждения в определении курса, по которому двигалась эта страна. Ведь это уже совсем другая история.